В Салават-Купере на сегодняшний день проживает почти 25 тысяч наших казанцев, и мы строили буквально в чистом поле. На сегодняшний день, кроме благоустроенного, красивого, комфортного жилья, мы уже построили 3 школы, 8 детских садов, функционирует подростковый клуб. А что касается медицинского обслуживания, действительно были обращения. Спасибо руководству республики, Рустаму Мургалеевичу, нашим коллегам, министру Марату Наилевичу. В первой части, в первом Салават-Купере мы имели детскую поликлинику, но не совсем удобно было добираться. Вот теперь по месту жительства 2500 наших малышей имеют возможность качественного медицинского обслуживания. Поэтому мы очень рады вместе с жителями. Здесь к концу лета будет завершен благоустроенный парк, поэтому все должно походить на Казань, вне зависимости, центр города это или Салават-Купере, или Азино.